Привет всем, смотрите, у нас сегодня какая сырая и холодная погода. И дождик сейчас начинается. Вот если видно, капли лужи. Вот такая унылая погода. У нас обещают такой дождь на 2 дня. Офигеть. Вот вам и зима. Я хочу снег хочу. У меня мой Никита как снег хочет. Хочется снежок наш русский. Ладненько. И у меня сегодня вот такой вот день пельменей. Я уже тесто сделала. И вот у меня целый килограмм фарша. У меня домашний фарш, свинина и говядина. Я уже посолила, перчила, лук добавила, уже все приготовила. Если теста не хватит, я потом еще сделаю, ничего страшного. Я решила сегодня раскатывать на столе сама, с помощью скалкой. Не буду пользоваться своей лапшерезкой машиной. Хочу попробовать сама раскатывать. Единственное, что я буду как-то пользоваться своей вот этой вот штучкой-помощницей. Вот так вот она на кружочке режет тесто. И вот сюда вот ложится и начинка, и вот так вот закрепляется. Ну, вы уже видели. Сейчас я тоже начинаю. Сейчас мне надо сделать 22 у меня кружочка. Я сейчас сделаю 22 кусочка фарша. Сразу приготовлю. Не знаю, что-то я так привыкла вот этой вот штучкой пользоваться, что уже руками лепить как-то немножко лень. Я почему решила делать сегодня много наделать пельмени, потому что у меня Никита не всеядный, как говорится, он не все кушает. Вот, итальянский равиоли он не кушает. Раньше хорошо ел борщ наш. Он прям по 2 тарелки наяривал. А в последнее время что-то он не хочет уже борщ есть. Хотя я также вкусно варю борщ. Вчера сестра приезжала, похвалила вкусно борщ. Говорит, тоже давно не ела, ностальгия, хоть у меня борщ поела. Вот. И не хочет борщ. И поэтому я думаю, ну ладно, наделаю этих пельменей. Заморожу в морозильнике, когда, например, есть что-то такое, что он не хочет есть, что он не ест, я буду ему пельмени варить. Вкуснятина. Закончила, смотрите, сколько у меня получилось пельмешки. Так, здесь я не знаю, сколько, я не считала. И еще здесь у меня целый противень. И вот сколько. Сколько много. Здесь большие получились, маленькие. Я пробовала разные рюмки, рюмками резала. Вот, ну а Никита будет довольный. Значит так, у меня остался еще фарш. И я решила не делать снова тесто для пельменей. Я решила тесто для чебуреков. Как раз он скоро придет со школы на обед, и я сделаю ему чебуречек. Это остатки роскоши остались. Я сейчас сделаю один блинчик, такой, лепешечку, и просто поджарю ее. Я видела Люда из Америки, из Флориды, Ялта. Она тоже делала... Говорила, как раз недавно тоже делала пельмени. И говорила, вот когда остатки остаются теста, она делает лепешки, просто обжаривает. Я сейчас сделаю тесто, заранее приготовлю тесто. И Никита придет и сразу сделает чебуречки. И пообедаем. Нет, Никита пообедает, а я сейчас борщиком пообедаю. Я посыпала еще перчиком сверху, капельку майонеза. И вот моя лепешечка из остатков пельменного теста стала. Сейчас я пообедаю. А вот я уже сделала тесто для чебуреков. Так что сейчас покушаю и настряпаю чебуреки. И буду ждать, когда Никита придет. Ну, разве я не умничка? Умничка какая. Вот я уже надела 3 чебурека. И надела пельмени, чебуреки. И пошла я за Никитой в школу забирать его на обед. Все, Никиту привела, накормила. И снова отвела в школу. У нас такой дождина. Такая сырость, ничего не хочется делать. Только хочется в ванну залезть. Сейчас я вот набираю водичку в ванну. И сейчас я тут расслаблюсь, возьму журнальчик почитаю, музыку послушаю, поваляюсь, отпарюсь.